Здравствуйте, зрители канала ветеринарной клиники Биовет. Орнитоз птиц – тема этого ролика. Орнитоз – это инфекционное, заразное заболевание птиц, животных и человека. Возбудителем болезни является вирус из рода хламидии. Вирус патогенен для человека. Болеют все виды птиц, в том числе и попугаи. Молодые птицы более восприимчивы, чем взрослые. Вирус выделяется при чихании, кашле с пометом больной птицы. Заражение происходит алиментарным и аэрогенным путем. Таким образом, вирус проникает в организм здоровой птицы через слизистую оболочку дыхательных путей и желудка. Птица, переболевшая орнитозом, является распространителем этого заболевания. Люди заражаются от домашних и диких птиц, чаще всего аэрогенным путем, вдыхая пыль с перьев, выделение из клюва, высохшую взвесь помета, которая содержит хламидии. У людей болезнь приводит к слепоте. Клинические признаки у птиц. У попугаев наблюдается отсутствие аппетита, гнойное выделение из глаз, слабость, апатия, обильный жидкий стул, истечение из клюва, боязнь света, истощение и гибель. Среди городских птиц голуби заражаются чаще других видов и являются главным источником заражения и переноса инфекции. У них болезнь проявляется взъерошенным оперением, жидким стулом, конъюнктивитом. Для диагностики заболевания проводятся исследования крови и помета птиц. Профилактические мероприятия. При возникновении болезни птицу уничтожают. Купленную или найденную на улице птицу следует сразу же показать орнитолога и следует содержать изолированно в период карантина. Птицу нужно содержать в хороших условиях и полноценно кормить. Если после приобретения птицы у владельца возникло респираторное заболевание, а у птицы появились клинические признаки, похожие на орнитоз, то владельцу нужно срочно посетить человеческого врача и в обязательном порядке сдать анализы от птицы. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовет, оставляйте свои вопросы и комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания.